О господи, уходите от меня. Пипец, это было сложно очень. Но вы думаете, это все? Нет. Что такое? Побежали, а? Вот эти цепи, это цепи корабля. Они вообще очень жуткие, смотрите. Когда сумеешь выбраться, отправь письмо в Роспотребнадзор. Жуткие нарушения санитарных. Ну, можно и в прокуратуру написать сразу. Вау! Вау! А это что такое? Ничего себе! Блин, это очень круто! Дорогая, мне кажется, в воду прыгать безопаснее, чем дальше пытаться выжить на этом корабле. Еще выше. Ничего себе. Ладно, я надеюсь, с поварами мы закончили. Блин, это так жутко. До свободы далеко еще. Кто эти чудовища там? Это просто нереально. И чаечки. Вау. Теперь будешь бегать от прыгающих морских котиков. Ну, как видишь, нет. Это было бы намного лучше. Смотрите, какие уроды. Тут даже есть дамочки. Да? Или нет? Или это шляпа просто? Ксенкалка, приветик. Спасибо, что пришел. Блин. Вот это дерьмище вообще. О, знаете, что это? Это по талончикам еду раздают, вот. Все пришли пожрать. Кастинг на антирекламу фастфуда. Отличная идея. Так массово причем. Массовые уроды, блин. Мне сегодня мешают мои волосы. Дико я не знаю, что с ними сделать. Прям бесит. Что у нее с лицом? Хинкалька. А, хинкалька, хорошо. Я забыл. У нее маска просто на лице. Так ее лица не видно, если маску убрать. Просто черное. Черное лицо. Король всех хинкаль. Окей. Окей. Да, кстати, готовьтесь, каждый уровень будет. Все хуже и хуже. Я уже слышу, там кто-то ходит. А, это все они же идут. То есть, в каждом прошлом уровне я гонялась против одного чудовища, а тут сразу против всего народа чудовищ. Ребят, вы играли с Sunless Sea? Я что-то сейчас подумала. Там же морская тематика. Может, поиграть? Ну, какие красавчики вообще. Это кастинг фотомодели, наверное. Интересно, они все хотят меня сожрать? А вот это очень напоминает «Унесенные призраками». Я уже в первой части говорила, что это все такое страшное. Вон эта женщина!
Женщина, у меня к тебе много вопросов. Как бы. Я не могу как-то с ней? Нет. Воу. Залазь. Ей. Круто. Давайте позырим еще. Это пипец. О, они там жрут все. Ты, кстати, есть не хочешь, дорогая? Ты у нас вечно голодная. Смотрите, реально, они все захотят меня сожрать, если увидят. Какая мерзость. Ладно, я думаю, он слишком занят. Я их не сильно боюсь. Вот, что это было? Ты чё, парень, такой нервный? О, бежим. Ты успокойся. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. Да тебе что, еды мало? И что? Куда? Все, он отстал. У меня такое чувство, что мне надо залезть наверх. Да блин, серьезно! Вот это жопа! Нет, бабуля. Нет, нет, нет. Нет, нет. Давай, 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 давай. Все. Ой, я смог. Я смог с первого раза. Что тут еще у нас? Что я вообще тут делаю? Что я тут делаю, мама? Помоги. Какой ужас. О, чудик. О, моя картинка! Моя картиночка. И чё? Мне надо сюда залезть, на стол, да? На стол и пробеги между пухлями, там секрет. Ты серьёзно? Ну, нет, не в этот раз. И как это пробежать, извините.
Короче, знаете что? Пойду-ка я отсюда. Я болею, мне плохо. Не болей, хинкалька. Когда в мире болеет одна хинкалька, мне тоже плохо. Блин, что ты думаешь, это стоит того туда лезть? Но я там ничего не вижу. Один. Один. Я поняла. Чувачок. Иди сюда. Хоть. Я не понимаю, зачем я их хватаю. Это тоже какая-то ачивка, наверное. Носочек! Его причем хватаешь, он там за тобой ходит. А, то есть мне по любасу туда лезть надо, да? Это просто такая ачивочная. Болеть летом, фу, как плохо. Да в Москве вообще лета нет. У нас дожди сплошные. А то и снег пойдет. Мне кажется, мне надо на крышу залезть. Такое ощущение у меня. Почему-то, глядя на этих чуваков, возникают всякие шутки про свадебные застолья. Я не знаю. Это, конечно, очень-очень-очень не очень. Нет. Да я не знаю, блин. Не хочет. Вообще туда мне надо или не туда мне надо? Беги и прыгай. Нет! Ну, у меня же там свечка, которую я не буду зажигать, потому что я не сумасшедший идти туда и зажигать какую-то свечку между людоедами. Они ведь жрают все, это уже сблевывают и снова жрут. Да. Я вообще съела крысу. В начале самом. Ну, нет. Окей. Можешь по сосискам забраться? Я не знаю, нахрена. А, я не могу. Я могу только покачаться на сосисках. Марион же меня съест сейчас. Нет, она не хочет. Хотя... Сейчас будет. А! Сейчас. Сейчас все будет. Мы побежим в другую сторону. Это будет ужасно. Молодец! Ребята, что делать? Я не понимаю. Меня уже начинает пригорать. Такое чувство, как будто в этот конце край стола надо побежать. Но это не точно. С каждым уровнем все хуже и хуже. У-ху-ху, блин! Да! О, да! Нет! Как? Как ты упала? Как ты упала? Я сейчас помру просто, как она упала! У меня же истерика будет просто. Как ты могла упасть? Я же идеально пробежала.
Ае! Воу! Воу! Только знаете что? Оно упало в прошлый раз. Ладно, я попробую. А, блин, да что ты не цепляешься? Ой, какая ты дура, я вообще не могу просто. Я из этих 2 часов, наверное, час только умираю. Хорошо. Дубль номер 52. Что же делать-то? На кастрюльку она не прыгает. Не прыгает. Ну явно на решетке надо, ну камон. Под углом. Это вообще какое-то извращение. Мне уже хочется посмотреть, как другие прошли тут просто. Ну, можно попробовать вообще-то. Ладно, сейчас попробую. Блин, я боюсь дико. Да фак! О, черт. У меня игра крашнулась. Короче. Все, с меня хватит. Я так долго это проходила, это вообще не проходится. Сорян, но я посмотрю, как другие проходили. Потому что мне больно просто. Мне кажется, он не первый раз проходит. Ну и чё? Он прыгает, у него прекрасно цепляется за эту решетку. Прекрасно цепляется. Но я попытаюсь прыгнуть с разбега, но она как будто не долетает. Вот. У меня чай. Надеюсь, вы тоже успели налить себе чаёчек, пока я тут ходила. Спасибо, Данте. Окей, будем дальше проходить. Я еще взяла 2 конфетки, если все будет плохо, я их съем. Прямо бежать? Ну давай попробуем. Типа серьезно? Ага. Почти получилось, да? Воу, 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 воу! Про! Так, теперь, почему она не зацепляется там? Вот она сейчас опять не зацепится, я просто подохну тут. Знаете, надо съесть конфетку. Окей, но если я сейчас не попаду, я закрываю лавочку. Ну ты еще упади, ага. Вы это видели? Вы это видели? Так не падай. Я тебя очень прошу, только не падай. О, господи, о, господи. Еще и сюда надо прыгнуть. Вы с ума сошли, что ли? О, да, детка. О, да, я это сделала. Пожалуйста, засейвись, пожалуйста. О, мне плохо. Слишком много стресса. О боже, что теперь?
Почему я есть не хочу? Я в начале каждого уровня хочу есть. Спасибо, Виталя, за поддержку, за советы. Муа, ты вообще молодец, парень. То, что надо. Фух. Мне кажется, у всех сейчас такая испарина на лбу сошла, потому что это было так сложно. Так, теперь, наверное, надо за заборчик. Не знаю. Да? А дальше куда? Туда направлено ли? Я хз, честно говоря. Да блин, опять что ли? О, господи. Я-ба-да-ба-ду! Сейчас, еще разок. Все? Фух. Че все заново? Это стоило нам 30 минут и... отключенной камеры. Да, ты называется психанул. Ничего не заново, все нормально. Да блин, скилл. Да вы серьезно? У тебя столько жратвы на столе. Ты меня унюхал? Где-то там? Так где я очнусь, интересно, прям? Ладно, это неплохо. Я как-то на него запрыгнул с окна. Кстати, неплохая идея. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. А, кстати, да, может, надо вообще обратно побежать и запрыгнуть на него? Это супер идея. А мне кажется, надо сюда. Нет. Блин, серьезно, да. Это сложно. У-ху! Да! О-о-о-о! Как ты меня бесишь, жиртрестина. Ага, дамочка. О, нет, нет, опять ты! Только не ты, господи. Fuck you, bitch. Опять эта тварь вернулась, блин. Я думала, я их больше не увижу. Уходи. Ей. Могу иногда с первого раза проходить. Окей. Зеркальце, зеркальце. Кто на свете всех милее, всех прекраснее, белее? А, всех румя... Видели такую картинку, да? Кто на свете всех румяней и белее? Я, конечно, все понимаю, но румяней и белее в одно и то же время не бывает. Спасибо, да, я сделал. Все, он не придет. Лошара. А где ты? О, куда это я полез? Уху! Круто. Эть. О, кстати, мне предложили следующую игру пройти Морутопия. Как вы на это смотрите?
Это там психует все. Так, мне надо, наверное, просто спрыгнуть. Такое чувство. Или нет? Можно... О, можно куколку разбить. И потом в лифт надо идти. А! Пойдем быстрее. Быстрее, моя лапочка. Вау, где ты? О, фонарик. Я не знаю, зачем. Там опять кто-то жрет, да? Там опять кто-то жрет. О, the fuck! Нет! Как я должна была это предугадать вообще? Вот это ничего себе. Я лично бегал как бешеный. Ну, понятно теперь, да. Fuck you, all of you. Может, вы пойдете в жопу все? О, господи, 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 боже. Уходите от меня. О, 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 о. О, о, давай, давай. Нет. 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 О. О, о, о. Что это было вообще? Что это было? О, господи, вообще. Кинкалька, тебя что-то удивляет? Это вообще... Да, ручки вспотели. Это было очень жутко. И это было очень круто. Игра вообще шикарная. Тебе нельзя играть чужого. Ну, в чужом абсолютно другая атмосфера. О, нет, я опять хочу есть. Сейчас что-нибудь найдем. Там было столько еды. Ты бы хоть что-нибудь съела оттуда. О-о-о-о-о, не умирай. Не умирай. Гнома. Так, вот подсказывать можно, спойлерить не надо, хорошо? Пожалуйста. О, нет, вот этого гномика. Ну тут же сосиска. Ну-ка, дай сосиску. Сосиску! Ты нормальная? Там лежала сосиска. Зачем ты его ешь? Ты что наделала? Ты что наделала? Зачем? Ну ты вообще... Не, ну я могу предположить, что типа это мясо, оно такое.
ну, типа, нехорошее, поэтому она его не стала есть, но съест человечка вместо этого. Мне кажется, сейчас уровень должен закончиться уже. Или рано радуюсь. Кстати, мне... все сказал. Мне зажигалка вообще не понадобилась на этом уровне. Опять? Это женщина! Дамочка! Ну вот. Сейчас кто-нибудь приедет оттуда. Нехороший. Не, мне кажется, надо вызвать лифт. Я в шоке от этой игры, она меня сегодня просто удивляет. Молодца. Я не посмотрела, что там есть. Подождите секунду. Я посмотрю. Ага! Я знала, что ты здесь, маленькая сволочь. Мы пойдем. Она тут такая мамочка, короче, всем заправляет. И она нам снится ночами, вот что. Открыто достижение гостиная, поздравляю, вы прошли этот грёбаный уровень. Жизнь имеет смысл. Выпьем за это. Чаю, разумеется. Значит, в прошлый раз мы убежали от кучи злых... Что-то шипит, да? От кучи злых, голодных мужчин и женщин. Вау. Мне не нравится это шипение. Вы слышите треск или нет? Скажите, пожалуйста. Что это за место? Хотелось бы мне узнать. Воу-воу-воу. Прям так, да? Я надеюсь, никто не приедет. Помогло? Да, короче, это потому что... Нет, не помогло. Твое налево. Окей. Anyway. Мы, видимо, уже в покоях этой странной женщины, которая нам видится в снах, и что-то с ней сейчас будет проясняться, наверное. Дамочка, опять долбанные замки. Кто это? Кто это? Кто все эти люди? И она поет, да? Классно. Леди! Тут есть что-нибудь? Нет. Ты в шкафу? Вряд ли. Вон она стоит. Ну окей, пойдем. О-о-о-о! Что ты делаешь? Чё она сделала со мной? Ты чё, женщина? Ты нормальная, его нет вообще? Я думала, я её искала, мне надо с ней встретиться. Она взяла и убила меня, чё? Пипец. Так, что мне делать? Я еще какое-то время не играла в нее же.
У меня сердце бьется. Почему? Сердца нет. Так, стопэ. Надо, наверное, прокрасться просто, да? Ну да, попробуем. На один раз больше умру, на один раз меньше. Какая разница? Вроде работает. Что теперь? Зачем я здесь? Мне нужен ключ, точно. Я все время забываю про ключи. Что такое? Но я не вижу ничего. Мне кажется, ключ где-то у нее на столе. Мне нужно ее выманить. Я почти уверена в этом. Ой, Катя, зачем ты это делаешь? Стой. Стой. Сиди. Она не придет? Капец, что так трещит, я не понимаю. Все же нормально было, а? Она не идет почему-то. Леди, вы где? Ну, ты выйдешь, нет? Скорее нет. Статуэтка. Ты что, в статуэтку превратилась? Не. Я такие уже разбивала. Оп-оп-оп. Что же мне делать? Куда она ушла? Сейчас она из шкафа выпрыгнет, короче. Как бугимен. Чё я вообще ходила сюда, я не поняла. Её надо напугать? Почему зеркала разбит? Это странно. А, вот же ключ, блин! Слепошарая вообще. Вот сейчас она мне просто так не даст уйти. Спорим? Вот сейчас она выпрыгнет из шкафа, я почти уверена в этом. Бежали. Нет, удивительно. Я просто боюсь, что будет дальше с этой женщиной. Потому что ничего хорошего. Блин, эти манекены. Манекены, та-та-та-та-та. Жизнь, зажигалочка! Кстати, давно не пользовался. Ей, по-моему... О-о-о! Ты что сделала? Ты что наделала? О-о-о-о! Нет, 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 нет! Зажигай, зажигай, зажигай! О-о-о-о! Отвали, 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 отвали от меня. Пиздец, ты ненормальная вообще! Вот то-то ты одна живешь, вот. Кто с такой жить захочет? Страшной, жуткой женщиной. Все, отдышись, отдышись, моя хорошая. Зачем тебе столько манекенов? Ты что, ненормальная? Манекеноман. Почему тут так много мест? Ау! Есть кто-нибудь?
Тут очень жутко, очень. Я совершенно не понимаю, что надо делать. Так, тут у нас три глаза, да? Да. Три глаза, куча манекенов, темнота. Женщина, которая хочет нас убить. Отличное начало дня. Но я оттуда пришла, зачем мне туда идти обратно? Нужно что-то сделать здесь. Но я не вижу вообще выхода из этой комнаты даже. А, вот же. Смотри-ка, все просто. Пойдем. Что это? Это для ожерелья что-то, да, наверное? Музыка ужасная просто. What? Зеркало. Она боится зеркал? Ты чё, боишься зеркал? Вон большое зеркало. Что-то надо с ним сделать. Идти обратно, я думаю, да? Тут больше ничего нет. Пойдем! Всыпим ей люляшу. Ну-ка. Вон она. Я не могу пригнуться. О-о. Блин. Почему она меня убила? Почему курсор появляется? Почему все? Надо что, на свет идти просто? Или как? Шестая, не спать. Нам нужно закончить эту игру. Так, ну нафига мне зеркало, если оно не помогает? О, кстати, перестало этот... хрипеть почему-то. Иди нафиг, тетенька. Ну вот, смотри. Во, она будет там сейчас. Пошла вон! Пошла вон! Супер. Бери быстрее, пойдем. Я ничего не вижу. Я не могу уйти. Прикиньте, чё? Да ты... Как ты это делаешь, а? Научи меня. Я тоже так хочу. Нет, я, конечно, смотрела, что там у других людей оставалось где-то полчаса на прохождение этого уровня. Но с моими навыками выживания это все 3 часа. Блин, эти манекены, они меня путают. Не, ну ты такая драматичная, просто так меня убить не можешь, да? Надо меня помучить. И где ты будешь теперь? Понятно, да? Мне кажется, надо ее просто тут поубивать. Мне кажется, не надо куда-то конкретно идти. О-о-о-о, быстрее, 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 быстрее. Нет, 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 нет! Не подходи ко мне. Куда тебе? О, быстрее, быстрее, быстрее. Куда? 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 Ну, чё ты её не убиваешь-то? Сучка! Ну, сколько ещё надо, чтоб тебе хватило? Давай, 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 давай. Где ты? Покажись, а?
Вот она, вот она, вот она. Да, давай, 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 бей, бей ее, блин. Долго так еще? Может, я что-то не то делаю? Что у тебя за проблемы с зеркалами? Сломалась. Я выиграла, я выиграла, я выиграла. Ты живая, моя красавица? Ха! Я есть хочу. Чё, мы сожрём, что ли? Правда? Я тут всякого дерьма поел, ну, чтобы вот женщину, типа, да? А давай, чё, она нас убивала? Мы её убьём. Понятно, да? Она что-то не хочет. Мне начинает казаться, что самое плохое существо на этом корабле — это я. Что происходит? Игра. Где? Где ты? Воу. Мне кажется, я забрала ее силу. У меня такое чувство. Я себя боюсь. Если что, я не могу бежать. Привет, привет, мудачок. О, да. Мне это нравится. Я, честно говоря, не знаю, кто вы, ребята. Но я почти уверена, что вы этого заслужили. О, господи, это так круто. Поняли, да? Сожрать меня хотели. Ну вот, осталось потопить корабль. О, еще же есть два повара. Может, их тоже примем заодно? Мы тут ушли в разгул. Почему бы нет? Воу. Я, главное, такая уверенная просто в своей победе. Открыто достижение комнаты хозяйки. Но я думаю, это на самом деле конец игры. И как-то я думала, будет больше и дольше. Уровень очень маленький. Нет, а где мои поварята, камон? Я что, сюда зря шла, что ли? О, ребятки, ребятки, пошлите. Пошлите со мной, ребятки, вам тут не место. Нет, блин,
Ну чё, камон. Нет. Ну, ребят. Всё? Серьёзно? Я, значит, села с таким намерением, что сейчас мы сдадим жару. Это всё. Ай-яй-яй. Ну что сказать, игра классная. Жалко только она короткая получилась. На самом деле, в этой задумке можно было очень много чего воплотить, но мне кажется, это все уперлось в бюджет и просто не стали воплощать идеи в жизнь. Потому что вот этот мир реально детских кошмаров, он сделан очень хорошо. И мне кажется, самым страшным все-таки тут был длиннорукий чувак. Вот в нем реально было что-то жуткое и непонятное, непривычное, необычное. А повара, ну, они, да, они жуткие, но ну, не так, чтобы прям сильно. Хозяйка вообще не была страшной. И... ну, с ней можно было согласиться и сделать целый уровень с этой хозяйкой. Почему там было только две комнаты, одна битва и все, не знаю. Но теперь я понимаю, наверное, почему эту героиню зовут Шестая. Видимо, пять других просто убивали друг друга подряд, забирали силу хозяйки. Ну кто такая хозяйка? Почему она кормит этих людей? Почему они убивают детей? Наверное, тут нет никакой логики, просто это воплощение вот этих детских кошмаров и все. Тут, мне кажется, создатели над лором никак не заморачивались и просто сделали, чтобы было вот жутко, страшно и сказочно. Потому что, согласитесь, это выглядит все довольно сказочно. Но, тем не менее, игра очень классная. Я надеюсь, что будет еще одна часть, потому что, ну, вы видели этот корабль, он просто гигантский, и там есть другие корабли, кроме него. Что вообще это за мир? Мне кажется, столько всего можно рассказать и показать, и я верю, что будет вторая часть. И мы в нее с вами обязательно поиграемся, она выйдет. Вот, пожелаем удачи разработчикам, пусть у них будет хорошо. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Катя Темная. Подпишитесь, поставьте лайк. Всего хорошего. Пока-пока.